Эти кадры были сняты одним из граждан, проживающих по адресу Хатаинский район, поселок Ахметлы, улица Шехлинская. Как видно, здесь строительная компания намеревалась возвести здание, но процесс до конца не довела. Точнее, толком и не начинала его. Жители близлежащих домов выступили против планов компании построить во дворе очередную высотку. Уже 14 лет недостроенное здание, занимающее много места во дворе, создает для жильцов большие проблемы. Помимо того, что недостроенное здание занимает большую часть двора, место, заполненное мусором, напоминает свалку. А это, в свою очередь, загрязняет воздух и негативно влияет на здоровье людей. Это очень опасно. Вы видите этот люк. Ребенок однажды выпал оттуда, и в любой момент это может повториться. Во дворе нет места для детей. Нет ни одного места. Они выходят и играют в этом месте. Там постоянно поджигают что-то в подвалах. Здесь грязь, здесь негде. Вот вышли, и мы вот здесь копаемся. Вместо того, чтобы место хорошее, убрать вот эту вот всякую вот железки эти и сделать нормальную, как смотришь в городе, где-то по каким-то улицам идешь. Хотели здание построить. Мы, соседи, не дали это сделать. Здесь нет воздуха. Но откуда ему взяться? Вот так вот все бросили строители и ушли. Мы хотим, чтобы здесь хотя бы была детская площадка. В исполнительной власти Хатаинского района нам сообщили, что на месте начались работы по очистке территории. Представитель компании, недостроившей здание, которое теперь уже представляет угрозу для жильцов, также заверил, что проблема будет решена в ближайшие несколько дней. Сразу после обращения граждан территория была осмотрена и уже подготовлена смета для осуществления необходимых мер, чтобы устранить проблемы, волнующие граждан. Эти проблемы будут решены в течение нескольких дней. Как мы видим, их слова обнадеживают. Мы же, в свою очередь, надеемся, что проблема на самом деле будет устранена. Причем совсем скоро. Фидан Бабаева, Хейдар Расулзаде, новости АСТВ.